Особое удовлетворение вызывает в развитии связей в культурно-гуманитарной, образовательной сфере. Мы ценим бережное, образцовое, я бы сказал, отношение наших азербайджанских друзей к русскому языку, к русской культуре, и будем продолжать наше взаимодействие на этом поприще. В этом году многие мероприятия из 20 с лишним мероприятий, которые посвящены 30-летию наших дипломатических отношений, касаются как раз гуманитарной сферы. К юбилею приурочено и издание сборника российско-азербайджанских документов. Осенью продолжится фестиваль «Дни культуры Азербайджана в России». Состоится выставка Российского этнографического музея под впечатляющим названием «Русские красавицы» и гастроли российских театров в Азербайджане. На будущий год также запланированы Дни российской культуры в Азербайджане, диалог библиотекарей, новые интересные формы и целый ряд других мероприятий.